Все, давай заново. Всем привет! С вами Таня Багринцева, и вы смотрите самый полезный интерьерный канал «Таня про дизайн». Ремонт санузла начинается с выбора клавиш смыва, ведь этот элемент единственный, который остается видимым, а все остальные механизмы встраиваются в стену. В этом видео я расскажу, почему на первом этапе ремонта важно выбрать дизайн клавиш на примере производителя «Гибрид». Выбор инсталляции не стоит доверять своим строителям, потому что в установке есть свои тонкости. Например, ко мне очень часто приходят клиенты, у которых уже установлена инсталляция, и она может быть абсолютно другой фабрики, а не «Гибрид», а они очень хотят поставить кнопку «Гибрид». Это, сразу говорю, не подходит. У швейцарского производителя «Гибрид» существует три вида бачков со своими клавишами смыва – «Дельта», «Омега» и «Сигма». И если строители использовали, например, инсталляцию «Дельта», то клавишу «Сигма» мы уже не сможем установить. Клавиши «Дельта» достаточно простые. Они имеют базовые цвета – черный, хромированный, белый и матовый хром. Клавиши «Омега» более компактные. Если посмотреть по отношению к клавишам «Сигма», они примерно на 25% меньше. Здесь уже более расширена цветовая гамма и разнообразные материалы – стекло, металл, пластик. А в этой линейке есть особенности. Она практически решает все задачи, так как высота инсталляции не только стандартная – 112-114 см, а также есть укороченная – это 98 см и 82. Это позволяет клавишу смыва разместить сверху. Допустим, если у вас мансардные окна или здесь расположен какой-то шкаф, вы хотите соорудить, да, очень часто бывает, что хотят поставить именно короткую инсталляцию. Здесь может расположиться красивая полочка, и клавиши вот именно вот таким образом установлены сверху. Если бы при данном варианте мы поставили ее фронтально, то крышка унитаза ее бы закрывала. А когда она сверху, соответственно, ей удобнее пользоваться. А вот у серии Sigma более 120 заводских решений, а также вы можете воплотить все свои креативные идеи. Можно установить бесконтактную клавишу, что очень актуально в наше время. Здесь также есть малый и большой смыв. Либо можно выбрать любую механическую клавишу, кстати, у которой недавно появилась функция без отпечатков. Допустим, вот клавиши похожие внешне, да, на этой, если вы посмотрите, остаются отпечатки, а вот на этой, собственно, уже нет. Данное покрытие доступно для белых клавиш, черных и серебристых. Элегантный акцент в вашей ванной комнате можно сделать, если установить клавишу Sigma 21. Здесь возможности по дизайну и цвету не ограничены, и можно заказать практически любое наполнение из вашего материала. Появились новые цвета, такие как темно-серый, светло-серый и шпон под натуральный орех. Точнее, это и есть натуральный орех. Появились клавиши под индивидуальное заполнение с разными цветами кнопок смыва. Еще у «Гибрид» есть выносные клавиши. Они вот такие маленькие, и их можно вынести, например, на соседнюю стену, примерно на расстоянии 2 метра от середины бачка. Где эта кнопка не нарушит раскладки плитки и будет элегантно вписываться в дизайн. Здесь важно понимать, что на месте стандартной клавиши в любом случае нам нужен доступ для того, чтобы обслуживать бачок. И поэтому на это место встанет у вас не кнопка, а просто специальная рамка, в которую вы можете поместить свой материал. Допустим, ту же самую плитку, которая идет на стене. И будет виден только вот такой вот шов. Все подробности монтажа этих клавиш можно посмотреть вот в этом видео. И также оставила ссылку в описании.
Чтобы избавиться от неприятных запахов в ванной комнате, собственно, от вашего туалета, компания Гиберит разработала такую систему. Называется она Duo Fresh. О ней можно много рассказывать, поэтому я оставляю ссылку в описании, чтобы вы перешли и посмотрели это видео, так как здесь есть много интересных функций. Например, такие как подсветка, которая служит навигации в темноте. Есть контейнер для таблеток, чтобы вода в вашем унитазе подкрашивалась и был приятный запах. Вот, в общем, подробности все смотрите в этом видео. Для такой функции нужна одна только вещь – это электричество. Именно поэтому нужно позаботиться заранее о клавише, то, с чего мы начинали. Ремонт начинается именно с подбора клавиши. Все полезные ссылки я оставила вам в описании. Если видео вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, колокольчик для того, чтобы смотреть мои новые выпуски. Всем пока! Гиберит – это швейцарский бренд. Многолетней историей. А в рекламе мы не нуждаемся. Все, пишем. А ты так как встала и ушла отсюда. Клавиша Гиберит нам не подходит никуда.